Дед Мороз. Сейчас? Ну что ж вы так, заранее-то не подумали. Когда я был ребенком, я не понимал, почему взрослые не отмечают Новый год каждый день. Кажется, понял. С Новым годом! Здрасте. Ну, наконец-то, где ж вы ходите? Снегурку провожал. Ты чего, малыш? Никакой вы не Дед Мороз. Он бы знал, чего мне больше нужно. Ты вообще как? Каким ветром? Из редакции прислали делать репортаж. О чем? Тут такое дело. Сашенька, сынок, я должен буду уехать на какое-то время в экспедицию. Он же всегда мечтал на полюс. А не рад совсем. Надо его оттуда забрать. Я попробую что-нибудь про твоего отца разузнать. Похоже, что все это проделки Черномора. Шеф, я тут шпиона поймал. Ну, в смысле, Деда Мороза. Мэр, пилит, бюджетные деньги. Это что, новость? Нет. Дед Мороза не бывает. Добро не побеждает. Так ведь? Пока не проверишь, не узнаешь. Ну, а что бы не попробовать? Я решил довести все дело до конца. Но без вашей помощи мне не справиться. Итак, вся эта история становится реальной. Он вернется. Обязательно вернется. Подарок оставьте. С Новым годом!